Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные, шикарные богини этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Ну что же, ваш благоверный задумал план. Сегодня будем смотреть, разбираться, посмотрим его чувства, посмотрим его мысли, раскроем все его тайны. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Начинаем. Я буду сегодня работать с рунами, с этой шикарной колодой, которую я приобрела благодаря вам, благодаря вашей финансовой поддержке. Благодарю каждую и каждого, кто хочет меня поддержать. В первом закрепленном комментарии есть ссылочка. Начинаем мы, как обычно, по вашим многочисленным просьбам с моей авторской практики на исполнение желаемого. Как будет таять этот воск, так и будет таять весь негатив, который каким-либо образом препятствует, тормозит исполнение желаемого. Для новеньких, для гостей моего канала, кто еще не подписан, непременно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Говорю, что это не магия, не ритуалы. Я работаю напрямую с энергиями космоса и энергией огня. Мы будем очищать ваше пространство, вашу ауру от всего негативного, что каким-либо образом препятствует исполнению желаемого. Для активации важно дать обратную связь Вселенной. Как вы можете это сделать? Поставить лайк, написать «принимаю», «благодарю». Если есть желание поддержать меня, наш канал в развитии финансов, вы также можете это сделать. Ну что же, обращайтесь ко Вселенной. Важно досмотреть до конца, пока прогорит вся свечечка, чтобы ушел весь негатив. Отправляйте во Вселенную ваш запрос. Энергия огня, очищая пространство от негатива, от препятствий, ограничений, всего, что каким-либо образом препятствует, тормозит исполнение желаемого. Во благо и с безусловной любовью. Девчонки, прям почернело все, много копоти, важно пересмотреть 3 раза, потому как есть действительно негативный либо же человек, либо же энергетика в вашем пространстве, которая просто... Вы можете прям наблюдать, да, как будто бы какая-то черная полоса, что-то не ладится, что-то не связывается, все, что вы планируете, как-то не совершается. Вот здесь вот это все просматривается, поэтому я всегда говорю то, что вижу, да, и всегда хочу, чтобы у вас все сложилось самым наилучшим образом, с безусловной любовью к каждой и каждому из вас. Сейчас подумайте о вашем мужчине, настройтесь на него, представьте рядышком для того, чтобы слиться с ним в одном энергопотоке. Я как можно больше информации прочла. Что-то-то вы сегодня на ножах, не знаю, возможно, порезались, возможно, с мужчиной поругались, либо же не общаетесь, вылетает карта, которая мне об этом говорит. Представьте его рядышком, настройтесь, пока вы представляете, настраиваетесь. Я вас с удовольствием хочу подписаться, пригласить на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочка здесь выше добавлена всегда. Кто не успел нажать пальчиком, не волнуйтесь, в первом закрепленном комментарии есть ссылки на все мои каналы. В телеграм-канале ежедневно публикую аффирмации, медитации. У нас там очень классная обстановка, послания от мужчины, советы Вселенной, как вы можете развивать себя, свою интуицию, как вы можете жизнь буквально повернуть в ту сторону, как вам будет угодно, для того, чтобы вам не пригодилось больше загадывать мечты и желания, а все складывалось именно так, как вы хотите. Все, кто подписан, будет счастлив, любим и богат во всех аспектах. Проверено. И мои подписчики и подписчицы постоянно, ежедневно отправляют мне комментарии. Кстати, ознакомиться с моими авторскими практиками, очищение пары, очищение мужчины. Также формула рун. Благодаря ей вы можете и вес лишний сбросить, и наладить финансовый поток, и наладить свою личную жизнь. Если у кого-то проблемы с работой, здесь прекрасно работают рунические формулы, которые я лично подбираю каждому моему клиенту на излечение, на выход на новый уровень жизни, да, буквально для того, чтобы попасть на эту волну удачи и постоянно получать одни бонусы. Поэтому за моими авторскими практиками, за личными освещениями, пишите мне в личку в Instagram и Facebook, ссылочки в первом закрепленном комментарии. Ну что же, о мужчине подумали, назвали его имя, я дала вам достаточно времени, чтобы настроиться. Имя, его дата рождения,
ваше имя, дата вашего рождения. И на рунах мы посмотрим сигнификацию мужчины, что сегодня у него происходит, какой он, в каких он энергиях, все, что расскажет, скажет нам Вселенная. Какой ты сегодня? Могу сказать так. Сегодня мужчина, знаете, вот сильный, просто неукротимый, прет на пролом. Иду куда хочу, решаю как хочу, мне ничего не страшно, и я сегодня ни перед кем и ни перед чем буквально не стану на колени, знаете, как и прощения не попрошу. Исцеление от болезни идет, если мужчина болел, если вы знаете, сегодня у него невероятная сила слова, сегодня все, что он говорит, все сбывается, поэтому ему такая вот подсказочка, будь внимателен со своими словами и мыслями. Мужчина сегодня, возможно, получил зарплату, либо же добился. Вот идет информация такая, вот какой-то проект. Возможно, что-то делал, что-то мастерил, что-то готовил, тоже идет с потока. И, знаете, сегодня удачное завершение. Достойное вознаграждение. То есть, если даже не финансово, то оценили его труд, оценили его поступок. Если здесь идет информация о определенных финансовых аспектах, то получил вознаграждение. Что еще могу сказать? Радостный он сегодня. Это одна из самых радостных, светлых, благополучных рун. Вот сегодня... Удача, удачлив, радостный, идет к победе, прилив энергии, и завершение у мужчины идет определенного периода тьмы. Очень интересно, давайте еще немножко посмотрим на Таро, поблагодарим руны. Это важно, руны любят, им важна обратная связь, поэтому в комментариях принимаю, благодарю, благодарю Вселенную за информацию. Это важно, важно давать обратную связь, тогда информация конкретно в общих освещениях даже будет проигрываться лично у вас на 1000%. Какой-то еще сегодня, давай несколько карт. Ну вот видите, вот руны бери, у меня сегодня еще руническая. Шикарная такая колода, которая, опять же, мне говорит, движение только вперед, достижение цели. Сегодня, возможно, у мужчины поставлена новая цель после завершения определенного этапа, да, когда он добился чего хочет. Коммуникация сегодня прекрасна. Сегодня получает, знаете, если идет разговор, если идет запрос у него кому-то, сегодня он получает положительный ответ. А сам ты какой? Сам какой? Кубка выходит, рыцарь, мужчина, возможно, воздушного. Ну, девчоночки, не зря. Возможно, водного знака зодиака, по луне, по солнцу, по асценденту. Возможно, мужчина в воздухе, возможно, передвигается, либо же сегодня, либо же сны видел, и там он летал, находился в воздухе. Либо же, девчонки, по воздуху, вам сегодня он мог либо уже присниться, либо же вот присниться, потому что информация считывается с потока. Это не Таро, это не то, что я вижу по картам, это намного глубже, потому как я работаю еще так, как таролог, ясновидящая, яснослышащая, космоэнергет и парапсихолог. Поэтому очень много информации получаю через иные источники в процессе моего освещения. Ну что же, показывает, что сегодня... Давайте посмотрим его чувства, его мысли к вам сегодня. Пусть немножко поговорит. Не будем его определенно, да, в какие-то рамки сегодня вгонять. Пусть расскажет нам о вас. Расскажи мне о богине, которая смотрит мое освещение. О самой лучшей, о самой галактической, о самой красивой, о самой обаятельной, самой неимоверной. Потому что только такие со мной самые-самые. Расскажи о ней. Ну, сейчас по семерочке мечей у вас какой-то идет, знаете, обман. Не показывайте, он не показывает вам своих чувств, он вам не говорит об этом. То есть сейчас играет определенные игры, следит, девчонки, следит за вами, причем делает это так, чтобы вы не видели, либо же через социальные сети, через левые аккаунты. Если он рядом где-то может находиться, приезжать тут под ваш дом, смотрит, с кем вы ходите, когда вы приходите домой, с кем вы говорите, с кем вы коммуницируете. Это у кого физически, да, мужчина может быть рядом, если вы находитесь в одном населенном пункте. Вас у меня миллионы, поэтому здесь информация очень обширная. Вы уже смотрите, да, по своей
интуицией, слушайте меня душой. Что-то мужчина сегодня заговаривается, либо же, возможно, говорит на другом языке, либо же есть у него такое, что может как-то заговариваться, либо же повторять слова, будто бы одни и те же. Сегодня мне сложно как-то переводить. Возможно, мужчина на другом языке говорит. Вы на разных языках говорите. Ну, либо что-то у него сегодня с дикцией. Ну, например, у зубного был, да, девчонки, такой занемевший у него сейчас аппарат речевой. Либо другими делами там занимается, что-то, что за него язык не вяжется. Так, давай еще покажи. Моей богине сегодня, я слушаю тебя. Да, готов, говорит, говорить. Отлично. Ну, смотрите как, вы звезда для него. Возможно, кто-то на далеком расстоянии. Возможно, вы вообще яркая, классная. Он говорит, сейчас мы закрыты. Возможно, границы, возможно, ограничения есть какие-либо. У каждого они свои. То есть вы сейчас для него далекая. Даже если вы физически недалеко находитесь, но сейчас вы под ограничениями. Он говорит, что я сейчас ограничен от нее. Расскажи мне о ней, какой ты ее видишь, какой ты меня видишь, обратитесь к нему, какой ты меня видишь. Ну, не общайтесь сейчас, нет, не разговаривайте, не раскрывайте то, что есть в ваших мыслях, не раскрывайте то, что есть в вашей голове, возможно, физически не видите, не встречаетесь по карте подвешенной, как-то ситуация у вас сейчас подвешенная с этим мужчиной, какая она, расскажи мне о ней, расскажи мне о ней. Ну, слушайте, здесь он говорит о том, что вот я буду бороться на за развитие наших отношений. Почему он мне тут сказал «на»? Это уже вам виднее, да? Я передаю информацию с потоком. Говорит о том, что все будет по справедливости. Он говорит, что я стойкий, я уверен. В чем ты там уверен? В каком развитии ты тут уверен уже? Давай рассказывай. Слушайте, о том, что у вас отношения наладятся и будет так, как раньше. Каких отношений ты хочешь от моей богини? Давайте так сразу. Каких отношений хочешь? Слушайте, королева Пентаклей, она хочет вас сделать своей постоянной партнершей, своей женой, женщиной, которая с ним на постоянной основе. Причем здесь не какие-то жезловые, да, такие легкие встречи. Нет, здесь жена, здесь... навсегда. Вот идет, знаете, такое вот слово. А чувства покажи. Чувства сегодня. Желаю, горю. Сегодня у мужчины просто взрывается мозг при мысли о вас. Причем очень жезловые энергии буквально подрывают пространство. Здесь у мужчины горит вся его нижняя часть тела, девочки. До такой степени, что просто не могу себя обуздать. Ух ты какой! Прям огнище, огнище. Расскажи чувства, покажи, господи. А, так у вас взаимно, девочки. Так у вас взаимно. Представляете, визуализируете, либо же вспоминаете, когда вместе были, когда классное время проводили. Говорите, что он огнище горячий. Так же, как и он говорит, что вы горячая, страстная, такая сексуальная, просто тигрица идет с потока, такая информация. Вы оба переживаете эти состояния, причем вы чувствуете его энергию, а он чувствует ваши. И вы будто бы, знаете, как подогреваете друг друга этим огнем. Классно, говорит, классно с тобой. Хочу, желаю. Кто был вместе, тот уже знает, о чем я говорю. Кто не был вместе, здесь просто у вас идеальное сочетание. Причем он выходит в энергиях рыцаря, а вы в энергиях королевы. Смотрите как. Возможно, вы старше его по возрасту. Возможно, по социальному уровню. Возможно, душа у вас старше. Потому что он поменьше выходит. Поменьше. Может, возможно, ростом немножко меньше. У каждого здесь свое, девчонки. Чувства еще покажи, хочу больше. Ну, все, люблю тебя, все. Вот так вот и сразу. Ну, правильно, вот так вот с этого бы начинал. Чего ты мне тут энергии свои там начинаешь? Жезлы. Ну, девчонки, это у вас взаимно, поэтому мне об этом карты и показали, что у вас сегодня просто, не знаю, взрывается душа и тело друг по другу. Что задумал? Давай, рассказывай. Что задумал? Так, задумал однозначно. Он, смотрите, лежит, мечтает, закрыл глаза и уже визуализирует. Причем визуализирует вас вместе. Вас вместе. Вы соединение друг друга, как черное и белое, как инь и янь. Он говорит о том, что мы с тобой пара, мы с тобой дополняем очень друг друга. Возможно, по цвету кожи разное. У кого-то светлее, у кого-то темнее кожа, либо же по цвету волос.
Так, что представляешь, что визуализируешь, планы, давай конкретно. Так, говорит, конкретно определился, конкретно решил. Отлично, вот я люблю такое, четко, ясно, без всякого вот этого вот туда-сюда обратно. Давай рассказывай, что задумал? Двигаться, идти. Куда собрался идти? Слушайте, здесь поездку задумал, здесь встречу задумал, здесь развитие отношений ваших задумал. Карта движения, карта развития, карта передвижения. Опять же, да, информация для тех, кто на далеком расстоянии. Здесь мужчина говорит о том, что я буду двигаться к тебе. Ну, либо же вы к нему для того, чтобы... В любом случае, для того, чтобы встретиться. Он говорит, я хочу видеть тебя. Это не просто гореть, да, желанием. Нет, я хочу... увидеть тебя, дотронуться до тебя, ощутить тепло твоего тела, вдохнуть аромат твоих волос. Он говорит, задолбался я уже тебя визуализировать, представлять, ощущать. Это все, конечно, классно, но я уже хочу. Чего ты там так хочешь? Обнуление, обнуление. Ситуация между вами хочет... Да однозначно, чтобы все изменило. Так, в какую сторону собрался, чего менять? Он говорит, я уже давно это решил, я давно уже иду к этой цели. К какой ты там цели идешь? Давай. Так, закончить, прекратить. А, смотрите как, у вас с мужчиной ни встреч не было, ни жезловых встреч уже. Возможно, у кого-то вообще не было, у кого-то давно не было. На протяжении вот восьмерочки пентаклей длительного времени. Он говорит, я хочу выйти из этого состояния. Ну, в принципе, как я с потока, да, исчитывала информацию. Я уже хочу быть с тобой вместе физически. Да, 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 я хочу поговорить с тобой, хочу увидеть тебя, хочу дотронуться. Я хочу, знаете как, растопить лед, да, в твоем сердце, разжечь огонь в твоем холодном теле, без страсти, которая была, да, которой, вернее, у вас не было, которая была, возможно, раньше. Здесь не зря такая была оговорочка. Так, дальше. План больше расскажи. Да, однозначно. Хочу двигаться, хочу развивать, хочу идти. Хочу идти к тебе, любимая, говорит он. Хочу к тебе, любимая. Понимаете как? Хочу к тебе, любимая. Слушайте, здесь такой план серьезный. Девчонки, карты шикарнейшие. Просто, смотрите, идет карта императрицы и идет карта... Смотрите, какой связи неимоверной, когда вы чувствуете, воспринимаете, ощущаете друг друга без слов. Я хочу к тебе, я хочу сделать тебя своей женой. Смотрите, здесь идет также карта императрица и карта королева кубков. И он вначале выходил рыцарем. Видите, он везде идет рыцарь жезловый, вы королева жезловая. Он идет рыцарь кубковый, вы королева кубковая. Опять же, да, говорю, что здесь разница может быть. Он хочет сделать вас своей императрицей, своей женой, единственной женщиной в своей жизни. Для кого актуально здесь и рождение ребенка? Для кого актуально? Для кого ребенок уже не актуален по своим причинам, здесь он говорит, я хочу иметь что-то общее с тобой. Дом, быт, бизнес, домашнее животное, домашний цветочек, любимый, о котором мы оба заботимся, поливаем, любим. Да, вот что-то, что нас соединяет, единственное между нами. Так, еще немножко, хотя уже, в принципе, дальше куда? Уже и так все понятно, но тем не менее, скажи еще план. План, план, план. Признаться тебе в любви, признаться тебе в чувствах. Хочу сказать, хочу посмотреть тебе в глаза. Хочу тебе сказать, что ты любимая, что ты важная, что ты нужная для меня. Хочу сделать тебе предложение, чтобы ты стала моей женой. Вау-вау-вау, вы посмотрите, что сегодня творится. Шикарно. Ну, давайте посмотрим напоследок, что он хочет вам передать. Вот в эту секунду, здесь и сейчас. Слушайте, он говорит, что я готов брать за тебя ответственность. Я готов, смотрите, опять вы были, да, пентакливая королева. Но здесь он уже выходит пентакливым королем. Он говорит, я вижу тебя своей парой. Вы везде выходите парными картами. Мы соединение друг друга. И знаете как, вы силу набираете, когда вы вдвоем. Когда вы вдвоем, здесь он говорит, что я вернусь к тебе после периода разочарования. А мне так хреново, говорит, было. Здесь у мужчины были прямо физически какие-то раны девочки. Возможно, операция была. Возможно, идет такая вот информация, руками мог колотить. Возможно, он у вас боксер, знаете, со всей силы, что аж как-то ранил руки. До боли, говорит, мне было сложно, мне было тяжело без тебя. Так, и последнее, что хочешь еще передать? Ну, здесь появится, проявится с разговором, со звонком к вам однозначно. Угу, угу. Он говорит, что
Все, надо убирать, надо уже сжигать это негативное, которое было, и выходить с тобой на связь, выходить с тобой на разговор, потому что очень длительный период времени как-то ничего не было между вами. Здесь мужчина хочет примириться, помириться, встретиться, приехать. И знаете как, он говорит о том, что очень длительный период был между нами, когда ничего не происходило. Я теперь иду и беру шанс на построение отношений с тобой, на построение счастливой семьи. Ну что же, принимаете? Вы самая светлая, добрая и ясная войдет в вашу реальность. Если принимаете это, если принимаете информацию, которая была озвучена в освещении, пишите «принимаю», «благодарю». Также можете указать имена вашей пары, даты рождения, либо же сердечечко поставить для того, чтобы Вселенной дать знать, для того, чтобы Вселенной подтвердить. Я всегда говорю, что то, что написано пером, да, не вырубишь и топором. Дайте согласие в прямом эфире здесь и сейчас Вселенной на то, чтобы самое лучшее, светлое и доброе вошло в вашу жизнь, и ваша реальность изменилась только в самую наилучшую сторону. Я же вас благодарю за лайки, за комментарии. Все читаю, все вижу ежедневно. Вас у меня очень-очень много, чему я безумно рада. Наш канал шикарно растет, развивается. Все наши каналы, да, и Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок. И, конечно же, здесь YouTube ежедневно просто набирает огромное количество просмотров благодаря вам, благодаря вашей активности, благодаря тому, что вы делитесь этим каналом со знакомыми, с друзьями, с близкими, благодаря тому, что вы ставите лайки, пишите комментарии. Это все идет во благо. И вы, мои умнички, помогайте этой галактике прийти в баланс. Помогайте людям найти ответы на свои вопросы своей активностью, потому как так уж работает система, да, социальная. Когда есть активность, когда есть лайки, когда есть комментарии, видео становится более доступным более количеству людей. Ну что же, я буду с вами прощаться, но ненадолго. Скоро мы с вами встретимся и увидимся. До встречи с безусловной любовью.